тем самым, чтобы максимально можно было спину держать ровно, чтобы она не наклонялась вперед, да, тем самым она позволяет мне держать равновесие. В таком случае, да, то есть многие используют каблуки тяжелоатлетические, да, я не очень люблю эту обувь, поэтому мне нужна мягкая, чтобы лучше чувствовать полотно, именно то, на чем я стою. Поэтому движение получается более прямое, то есть сажусь максимально низко, да, тем самым напрягаю опять же ноги. Ноги постоянно еще искусственно держу в напряжении. Не просто стараюсь сесть и встать, а ноги постоянно в напряжении. До конца ноги не выпрямляются. Это во-первых. А во-вторых, есть большая ошибка у многих ребят, которые тренируются. Это надо встать и потом вот такой сделать ход. То есть мы встаем, выпрямляем и потом садимся.